В Люберцах завершился прием анкет кандидатов в новый созыв молодежного парламента при Совете депутатов городского округа. На заседании конкурсной комиссии определили самых достойных претендентов. С презентациями молодых парламентариев ознакомились и мои коллеги. Здравствуйте, уважаемая комиссия. Очень волнительно быть первой. Хотелось бы немного рассказать о себе. Меня зовут Лахова Любовь, мне 24 года. Я работаю музыкальным руководителем, обучаю маленьких детей. Рассказать о своих достижениях, опыте общественной деятельности и доказать, что именно тебя должны принять в молодежный парламент. На это каждому кандидату отведено не более 3 минут. Выступление спикеров оценивают по 4 критериям – от 0 до 5 баллов. Хочется увидеть ребят, которые именно мотивированы на то, чтобы не только это было интересно для них, но чтобы это было полезно, чтобы приходили новые люди, новые ребята, которые могли бы, ну, выбирать свой жизненный путь из мотивации делать добро, делать жизнь лучше. 38 молодых людей заявили о своем желании вступить в новый созыв молодежного парламента. 10 из них делают это повторно. Среди тех, кто хочет продолжить активное участие в общественно-политической жизни округа, Мария Калугина. За ее плечами большое количество реализованных проектов. Являлась руководителем комиссии по культуре и образованию в молодежном парламенте при Совете депутатов. Я здесь именно для того, чтобы не просто принимать участие в мероприятиях округа, а являться их частью, организовывать, создавать и реализовывать свои идеи. Любой молодой житель от 16 до 35 лет включительно, проживающий на территории городского округа Люберцы, мог подать до вчерашнего дня анкету на вступление в молодежный парламент и прийти сегодня на заседание конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия, в которую вошли представители администрации городского округа, депутаты и члены общественной палаты, отобрала 21 кандидата. Обновленный состав молодежного парламента утвердят на ближайшем заседании Совета депутатов. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.